Казанцы могут совершить путешествие вокруг света, не тратя сбережений на отпуск. Чтобы увидеть красоты мира, прежде всего подводного, достаточно прийти на выставку в Национальный музей. Здесь экзотические рыбы, раковины морских моллюсков, зубы акул и другие раритеты. Собирали их 10 лет. Экспозиция пробудет в городе до 25 января. Наверное, каждый человек мечтает совершить кругосветную экспедицию. Вот если предложить любому человеку отбросить все дела и отправиться кругом света, он согласится. И мы предлагаем посетителям действительно оставить все свои дела и отправиться в путешествие.